49-я статья. Расположение транспортных средств на проезжей части дороги. Во время нормального движения водители транспортных средств, в зависимости от ситуации, должны двигаться по правому краю проезжей части, вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на проезжей части дорог, обозначенных знаком 5.1 или 5.3, запрещается занимать левые полосы движения при свободных правах. На дорогах с двусторонним движением, имеющих не менее двух полос движения в каждом направлении, запрещается выезжать на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. На дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы движения, транспортные средства не должны выезжать на среднюю полосу, которая находится в центре проезжей части дороги и считается левым краем для обоих направлений. Выезжать на среднюю полосу разрешается только для обгона, объезда, поворота налево или разворота. На дороге, имеющей не менее двух полос движения в одном направлении, запрещается выезжать на трамвайные пути при их наличии. На других дорогах при приближении трамвая водители должны освободить трамвайную линию сразу, как представится возможность. На дорогах с тремя и более полосами движения в одном направлении при интенсивности движения, занимающего все полосы, транспортные средства, движущиеся на низкой скорости, должны двигаться только по крайней правой полосе, а транспортные средства, общая масса которых более 3,5 тонн, не должны занимать крайнюю левую полосу этого направления. Исключение составляют изменения направления движения налево или разворот. При интенсивном движении водители транспортных средств могут сменить свою полосу движения только для поворота налево или направо, подготовки к обгону, продолжения движения в прямом направлении, въезда на остановку или стоянку, соблюдая при этом соответствующие правила.